Вестник Северодвинска о спорте. В столице Поморья прошел один из центральных матчей предварительного этапа чемпионата области по хоккею с мячом. На ледовом поле встретились Северодвинский Севмаш и Северная Двина из Архангельска. Встречаются команды уже во второй раз. Первый матч закончился равным счетом 2-2. Первый тайм матча прошел под знаком преимущества хозяев льда. Игроки Северной Двины забили два мяча в ворота Севмаша. На это северодвинцы не смогли ответить. В итоге тайм закончился со счетом 2-0, ведет Северная Двина. Во второй половине матча севмашевцам все-таки удалось переломить ход встречи. Четыре ответных мяча отправились в ворота архангелогородцев. Однако праздновать победу было рано. Оправившиеся от потрясения игроки сумели отыграться и свели матч к ничьей 4-4. Сейчас в чемпионате команды Севмаш и Северная Двина держатся в лидерах. Однако в запасе у северодвинцев еще два матча против Портовика и Водника 95.